Здравствуйте. Здравствуйте. Полиция. Слушаю. Уже Бакировская область. Пиво. Вы пиво-то почему продаете? Если я у вас продаж. Площадь не позволяет продавать алкоголь. Я продаж. Я сам продаж. А почему продаете? Знаете ведь, что нельзя? Попросили, я продаж. Я признаю. Так я смотрю вон у вас. На витрине все есть. Есть, еще продаю. Активно продаете? А? Активно алкоголь продаете? Нет. Это пиво, да, я продал. Ну так пиво же вам. Вы ведь знаете, что у вас нет 50 метров. Я продал. МВД России по Кировской области продолжает комплекс мероприятий по выявлению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Буквально на днях в одном из жилых домов по улице Преображенской сотрудниками полиции пресечена деятельность по продаже алкоголя с нарушением действующего законодательства. Продажа пива осуществлялась в нарушении закона Кировской области номер 600 ЗОО в помещении площадью менее 50 квадратных метров. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 160 литров алкоголя на сумму свыше 12 тысяч рублей. В отношении нарушителя возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Проводится проверка.